Азербайджана. Предварительные поединки пройдут завтра, финальные 2 декабря. Соревнования международного уровня Чувашия принимает не впервые. У нас накоплен определенный опыт. И репутация республики в целом, как и в России, имеет под собой прочную основу. Это невероятно здорово узнать о том, что где-то в мире есть люди, которые работают очень усердно для того, чтобы увеличить престиж и уровень женской борьбы. Потому что это действительно означает, что вы действительно большие любители женской борьбы. Благодаря этому число участников, это число растет. Праздник любителей вольной борьбы продлится 4 дня. После Кубка мира в Чебоксарах пройдет открытый Кубок России. Чуть больше 30 дней осталось до Нового года. К этому празднику мы готовим подарки своим друзьям и близким. Для всех своих вкладчиков Сбербанк предлагает интересные предложения. Сюжет об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Сделать подарок себе и своим близким теперь вполне реально, даже если вы ограничены в средствах. Для этого Сбербанк в канун Нового года предлагает жителям Чувашии потребительские кредиты со сниженными ставками. Подать заявку можно до 31 января следующего года. Очень низкие ставки установлены, если люди подают заявку через Сбербанк онлайн, через наш интернет-банк. Заявки, если сумма потребительского кредита будет от 500 тысяч рублей, то ставка будет начинаться от 12,5%. Если сумма кредита будет от 250 до 500 тысяч рублей, то ставка по кредиту, если заявка будет подана через Сбербанк онлайн, будет 14,5%. Если же оформлять кредит в отделении Сбербанка, то он будет на процент больше 13,5% и 15,5% соответственно. Одним из подарков на Новый год может стать вклад с повышенными процентными ставками. Надежно и выгодно разместить свои деньги можно под 7%, при условии, что вклад оформляется онлайн. Если открывать его в отделении, то 6,5%. Вклад размещается на 5 месяцев, минимальная сумма 100 тысяч рублей. Еще одно предложение касается ипотеки. Эта услуга остается драйвером не только банковского сектора, но и всей экономики. В ноябре Сбербанк запустил акцию со сниженными ставками по ипотеке для покупки квартир, выбранных на портале «Домклик». При этом ставка составит от 8,6% до 9,7%. Дисконт в рамках акции «Витрина» по сравнению с базовыми ставками составляет 3 процентных пункта. Значит, можно просмотреть объекты, выставленные в «Домклик». Мы знаем, что эти объекты, они реально существуют. Сбербанк подтверждает, что эти объекты есть, и он подтверждает, что они вот, ну, в том качестве, в котором выставлены как объявление. Можно в этом же сервисе подать заявку на ипотеку, подать заявку на оценку, и в этом же сервисе можно, по сути, зарегистрировать, воспользоваться электронной регистрацией прав собственности и сервисом безопасных расчетов. Все объявления на сайте «Домклик» проверены, им дана оценка, присвоен кадастровый номер. Благодаря этому снижаются риски и ставки по ипотеке. На сайте выставлены предложения только от проверенных застройщиков по всем ключевым новостройкам. Кроме того, на «Домклик» можно выбрать и вторичное жилье. Таким образом, Сбербанк предлагает удобные и выгодные новогодние решения для любой семьи. Получить консультацию по потребительскому кредиту, вкладу и ипотеке можно в любом отделении Сбербанка.